Планшет i5 Mini 3. Заказал на Алиэкспрессе. Доставка EMS, так как хотел получить планшет в быстрые сроки, до Нового года. Много наслышан о том, что почта Китая перегружена в этот период. Как бы хотелось получить его побыстрее. Указано до 20 дней доставка, но мне он пришел где-то дней за 25. 8-дюймовый планшет в стиле iPad Mini. Ходят даже такие слухи, что его собирают на том же заводе, на заводе Foxconn в Китае. Говорят, что должна быть безупречная сборка. У планшета 1 гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт накопитель жесткий. Хотел аккуратно открыть, но аккуратно, видимо, не получится. Ссылку на магазин, где я заказывал планшет, я оставлю под видео. Как я и просил, чтобы его хорошенько упаковали в такую упаковку защитную. Сейчас посмотрим. Это убираем. Вот переходник на нашей розетке. Вот сама коробка. Такой презентабельный вид в коробке. Не стыдно и на подарок. Сейчас посмотрим, что внутри самой коробки. Так. Ну, сразу видно, что планшет целый. Это уже радует. Защитной пленки заводской. Очень тонкий, реально очень на ощупь тонкий. Давайте снимем эту защитную пленочку. На нем есть еще одна защитная пленка. Вот. Сейчас попробую включить. Пошла вибрация. Даже есть вибрация. Так. Ну, первое впечатление, экран красивый, яркий. Хоть и разрешение обычное 1024 на 768. Сейчас вот он включается, я посмотрю, что в коробке. Это визитка какая-то, я даже не знаю, что это, фирменная. Так, тут куча всего. Это наклейка. Нет, это просто бумажка, неважно. Это такая фирменная инструкция на китайском и на английском языке. Это еще одна какая-то бумажечка со спецификациями. Вот так все красиво упаковано. Тут у нас USB кабель. Знаете, судя по тому, как упакован планшет, насколько все красиво и презентабельно, я даже не удивлюсь, что его реально собирали на Foxconn. Так, и это розетка. Вот такая вот фирменная розетка. Так, планшет уже включился. Первый запуск планшета. Так, вот разблокировка. Так, это фирменное меню. Значки на рабочем столе перерисованы. Можно проверить еще камеру. Вот камера. Давайте сфотографируем что-нибудь. Есть автофокус. Но хоть автофокус и есть, то качество, ну, в принципе, нормальное, но могло быть, конечно, и лучше. Ну что, могу зайти еще в галерею, посмотреть, есть ли здесь, да, есть вот картинки. Давайте зайдем в настройки, посмотрим версию Android, заявлена 4.2.2, вот действительно Android 4.2.2. Первые мои впечатления — это то, что планшет реально очень тонкий, я не знаю, наверное, даже тоньше, чем iPad mini, очень легкий, особенно по сравнению с моим
планшетом. Я думаю, нужно некоторое время, чтобы посмотреть все плюсы, все минусы этого планшета, и потом я уже сделаю, так сказать, полный обзор. А пока все, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ждите новых обзоров.